Делегация из Ненецкого округа вернулась с национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Участники из нашего региона привезли домой две бронзовые медали. Отборочным этапом для участия на всероссийском уровне стал второй региональный чемпионат в Ненецком округе, прошедший в апреле этого года. Тогда в соревнованиях приняли участие 67 человек. Их работу оценивал 51 эксперт. Победу в финале чемпионата одержала Олеся Михайлова, ставшая бронзовым призером в компетенции вязания крючком. От серебряного победителя она отстала лишь на один балл. Конечно, было очень трудно идти к этой цели, и постоянно приходилось даже в выходные нам готовиться, потому что, чтобы достичь такой цели, все-таки третьего места на всероссийском конкурсе, столько было отборочный, сначала тур был, мы там переживали, потом после отборочного все-таки мы вошли в финал, вот и в финале все-таки третье место, я считаю, неплохо. Еще одна бронзовая медаль заслуженно выиграна Верой Нечаевой в компетенции вязания на спицах во взрослой возрастной категории. Мероприятие такого масштаба мы уже второй раз. Ну вот в прошлом году мы приехали с первого места, получили золото. Мы были очень рады, вообще были шокированы. Конечно, у нас был такой драйв сразу, вот такая какая-то уверенность появилась в себе. Опыт огромный приобрели, конечно. Ну и вот в этом году поехали мы, ну, получили третье место, но... Мы очень рады этому третьему месту, потому что, посмотрев баллы, мы всего лишь на 2 балла чуть-чуть отстали от более высокого места. Поездка делегации организована за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы Ненецкого округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа». Екатерина Дементьева, Антон Водряков, телеканал «Север».